А Басенька мой спит. Пришел, а у нас сегодня вырубили свет. Естественно, теплые полы мои уже давно остыли. Я сама вся оделась по-зимнему. А еще идет дождь на улице, похолодало сегодня. Ну, прям в доме уже холодно. Когда дадут свет, непонятно. Вот. Но все-таки приходит. Я его заманиваю. По-всякому, и молочка ему, и купила ему корма вот этого, ну, в пакетиках-то, господи, мокрый такой. Вот, а почему я его показываю? Потом я вам попозже объясню, когда свет дадут. У меня вчера прям был срыв нервный на почве этого кота. Хотя, чего ждать вечера? Я вчера начала разбирать вещи. Ну, даже не вещи, а после каждого человека остается, скажем так, много мусора. Какие-то старые крема. Пока Алинка год лежала, я же ничего не трогала. Засохшие лаки. Ну, вот сами представляете, да? В общем, короче говоря, вынесла 2 пакета. На остальное у меня сил не хватило. Я вся обревелась, все у меня... Все нервы у меня поднялись, я не знала, что мне делать. Ну, как-то взяла себя в руки и... Стала отвечать на комментарии. Ну, вы многие не видите этих комментариев, потому что я их блокирую сразу, жестко. И вот получилось так, что натыкаюсь. Если кот с вами не хочет жить, значит, он не привязан. Отпустите, выживет. Ой, милые мои, и тут мне просто голову сорвало. Я вот это 2,5 месяца там в Мурманске так переживала за него, за Кобу, за Черного. Я пытаюсь его всякого, ну, чтобы он ко мне ходил, чтобы он опять привык ко мне. И вдруг вот такое пишут. Все, у меня была такая истерика. Вы не представляете. Отпустите, выживет. Добрая женщина. Я ей ответила, она еще и обиделась. Я отписываюсь. Мне прям... А ты мне нужна такая подписчица. У меня друзья, подруги и близкие мне люди. Ой. В общем, короче говоря, вчера был не мой день. Мне весь день увезло, и весь день у меня вот так вот прошел. Я вообще хочу сказать, мои золотые, ведь советы нужны тогда, когда просят, да? Совета, помощи. У меня 63-й год. Давайте я как-нибудь сама со своим котом, со своими стрижками разберусь, ладно? Я вас очень люблю, но давайте, ну, как-то по-человечески относиться. Я же не советую вам, как вам жить, что вам делать. Я вам и так показываю свою жизнь, я душу наизнанку выворачиваю. Давайте тоже берегите меня, хорошо? Спасибо, кто это просмотрел. А ему-то все равно тепло, да и хорошо. Он же не понимает, сколько я переживаний тут переношу. Ой, простите меня, девочки, за излишнюю эмоциональность. Но я с собой ничего поделать не могу. Я такая.
Меня уже не переделать. Наконец-то! Наконец-то, мои дорогие, я не выдержала. Я не могу ходить с этим, не знаю, с чем на голове. Ладно, хватит о грустном. Все хорошо, жизнь продолжается. Цветочки цветут. Никого вообще нет на рынке совсем. Я за плодоносил большие у него эти и думаю. Ну, возьми. А мне говорим, как вдруг он может. Я-то приехала. Купила бактерии для выгребной ямы. Вот тоже проблема-то. В городе таких проблем нет. Тут то одно, то другое. Так, пойду-ка я схожу, фурнитуру посмотрю. Послезавтра пятилетие присоединения Крыма к России. Надо бы, конечно, мне съездить в Севастополь. Ну вот, пока не знаю, боюсь загадывать. Но надо бы. Вот, купила 100 штук пинов длинных. И 4 шапочки для шарфиков. Никак я шарфиками не займусь. Все времени не хватает. Купила себе камбалу. Правда, дальневосточную. Но что-то очень рыбы захотелось. Иду себе потихонечку. Гуляю. Хорошо, ветра нет. А в Севастополь придется, видимо, ехать, потому что праздник, там движуха. Ну, тут будут тоже какие-то мероприятия, но не знаю. И в то же время подумаешь, 4 часа на автобусе пилить. И потом 4 часа назад. Да, раньше-то, когда Алинка машину водила, мы с ней сядем и поехали потихонечку к Мишане. Теперь только автобус. Сейчас пойду в магазин зайду и поеду домой. Вон Толик стоит. Домой меня отвезет. Ну что, мои дорогие? Да, я опять такая. Задача у меня стоит такая теперь. Несколько человек меня просили показать Алинкину керамику.
Я ее обязательно покажу. Потом с украшениями. Ну, есть там несколько штук я сделала, тоже надо показать. И съездить в Севастополь. На 5-летие присоединения к России. Так что вот это у меня сейчас такие прям на первом плане. Ну, там видно будет. Пока-пока, мои хорошие.